Так, друзья, всем привет. Значит, это видео не будет о том, что я сделал, что я делаю сейчас, чем занимаюсь и так дальше. Сейчас я занимаюсь, добиваю брус, где нет у меня бруса, об решетки на стенах, и обшиваю профлист, который я подогнал уже рисунок в рисунок, кирпичик в кирпичик. У нас погода жаркая, жарко работать, ну так скажу, тяжеловато и жарко. Пока работал, пришла мысль в голову, думаю, расскажу вам, зачем я это делаю и делаю сам, грубо говоря, своими силами. Ведь, как мне пишут, оно сильно долго, лучше людей нанять, лучше кого-то попросить, лучше с кем-то быстрее будет. Я согласен с вами, что будет оно, конечно, намного быстрее, если кого-то нанять будет еще быстрее. А если бригаду нанять, они пришли там за 2-3 недели, сделали весь сарай или за месяц и ушли. Деньги отбашлял им, и на этом все. Ну, все бы оно, конечно, ничего и хорошо, но есть одно но. За это же надо заплатить большие деньги. Я сам, ну как бы, я думаю, старые подписчики знают, что я сам раньше строил ангары, конструкции, амбары, ЖБ конструкции, металлоконструкции, мосты, дороги, плиты дорожные, разборкой всяких там железобетонных конструкций. И я знаю, сколько за вот это надо платить. Есть ценовая политика. Вот если мы делаем, допустим, ангар, ну вот, зерно для зерна, склад для зерна. Ну, обычная металлоконструкция, колонны, фермы, швеллером все обшито, зашито профлистом, ворота, ну, под ключ, грубо говоря, без бетонирования внутри, то мы брали там и 1500 гривен за 1 квадратный метр, и 2000 гривен за 1 квадратный метр. Да, в это все входило наш материал и входила вся наша техника. За вот этот вот вариант, именно сарай, вот как я сейчас делаю, ну, я думаю, цена ему получается, если взять в нем 150 квадратных метров, где-то за саму работу я беру, за саму работу, где-то получается гривен 800, 900, ну до 1000 гривен квадратный метр. Вот эта работа будет стоить вся. То есть люди пришли с земли и до верху где-то 1000 гривен квадратный метр за работу. Тут 150 квадратов. Вот мне 150 тысяч гривен надо отдать бригаде, которую я найму, и заплатить эти деньги. А смысл моего канала в чем заключается? В том, что я показываю, вот если у тебя ничего нету, как у меня там было полтора года назад, я взял, купил двух поросят. Вон там у меня какой-то прикордебочек был. Запустил туда, потом их двух зарезал, а потом еще взял двух кабанчиков, тех зарезал, на мясо продал. А тех две свинки покрыл, и пошло дело, пошло на расширение. Потом еще что-то подкупил, и так расширяю, расширяю, расширяю. И зачем я строю его сам? Вот посмотрите сами, мне надо, допустим, придут люди, сделают, мне надо им заплатить 150 тысяч гривен, берем грубо. 150 тысяч гривен мне надо летом сколько голов порезать, реализовать, ну а перед этим их выкормить, чтобы эти деньги взять из того, что у меня есть, и отдать этим людям. А так я, допустим, я, грубо говоря, утром вышел, всех покормил, и все, я целый день свободный. Ну там надо мне то карманы мешать, то там покосить, то сделать, то там то отпало, то отгрызли, то еще что-то. Ну такие мелкие работы. В основном я свободный. Я занимаюсь непосредственно самым сараем. И за все лето мне не надо будет платить 150 тысяч гривен. Я и просто все деньги, которые я беру сейчас со своего хозяйства, мы за них живем, и я по чуть-чуть подкупляю сюда материалы. И пускай даже там сентябрь, пускай даже там начало октября, октябрь, я закончу этот сарай. Ну и что, куда мне спешить? Так мне не надо будет кучу денег платить, и сколько я сэкономлю, мне не надо кому-то их будет отдавать. И зачем я показываю, ага, поставил столбы,
прикрутил рейки, вот тут я так приварил, вот тут я так обшиваю, вот тут я делаю так, вот тут я делаю так. Чтоб человек, который не умеет, ну есть же такие люди, не умеют делать. Тут-то сложного ничего нет. Я каждый этап работы показываю от начала до конца. Каждый момент работы я стараюсь показать. Зачем? Чтобы человек, который будет делать подобный сарай, или там другого чуть-чуть типажа сарай, но он уже посмотрит на моем видео и поймет, что ага, не такой страшный волк, как его рисуют. Поэтому я считаю, ну, я делаю правильно. Мне пишут, что это долго, это ты будешь долго строить, это очень много работы. Согласен, работы много. Ну, а куда мне спешить? Меня никто в шею не гонит. И вот это первый год, этот год. Ну, не весь год, еще в этом году я работал на, так сказать, на работе на своей. А сейчас я сам на себя работаю. И у меня, насколько вот спокойные нервы, я уже стал меньше дерганый, не переживая, что будет завтра. А дадут нам деньги или не отдадут. А успею я заработать или не успею. Я просто свободен. Мне даже вот жена говорит, сын говорит, пап, ты такой спокойный стал, не дерганый, не раздражаешься. Я и сам по себе заметил, я с утра встаю, у меня хорошее, бодрое настроение. Я знаю, я сейчас там туда съезжу, я целый день свободный. Сильно жарко, я пошел в дом, отдохнул. Нормальная погода. Ну, там не сильно печет, вышел, поработал. Прикинул по материалам, ага, у меня все есть, там, ага, хватает там на эти, там, неделю-две. Не хватает, потом планирую, подсобирал денег, вот как сейчас на крышу, откладываю деньги. Сейчас еще одного зарежем, продадим поросенка и куплю кровлю. И так у меня все, грубо говоря, распланировано. И даже до металла, до этого же бетона, ну по бетону я не знаю, или сам буду заливать, ну то есть сам колотить гранат, серп, цемент, или миксер заказать. Миксер, конечно, хорошо, заказал, все за 2-3 часа залил с миксера, и хорошо, но оно выходит дороже. Наверное, вручную буду заливать каждую клеточку индивидуально. И, грубо говоря, куда мне спешить, опять же, и сам потихоньку колоть, и заливай, выравнивай каждую клеточку отдельно, по клеточке, допустим, в день, или по две клетки. Кто-то звонит. Кто-то с подписчиков звонит. И вот это я вам и хотел рассказать, что насколько как бы не было, смысл мне есть делать самому это все. Грубо говоря, каркас я уже сделал. Стены у меня, ну, не обшиты, но уже есть. Крыша уже, каркас есть. То есть мне только накрыть профлист наверх, покрутить профлист по стенам, утеплить вот таким видом пенопласта, утеплителем, и покрутить опять металл. А потом внутрянку уже в теньку занимайся. Никто в шею не гонит, сам потихоньку делай. И все, куда спешить. Поэтому как бы, ну, я хочу показать, что все реально. И это же опять, это все я делаю из того, что у меня есть с того, с прошлого года. Я там сколько, год и 7 месяцев занимаюсь свиноводством. Вот то, что я за это время заработал и поднял, я это все вкладываю сюда. Места пока у меня хватает. А поросы у меня сейчас 1-2 тоже хватает места каждый. Ну, грубо говоря, пока все не напрягает, все хватает, поэтому как бы делаю все сам, поэтому я и все сам делаю. Да, но не будет быстро так там, раз, фу, стены, фу, крыша, фу, все, внутрянку поварил, все, запускаем свиней. Нет, а я покажу вот как самому можно сам, грубо говоря, никого не просить, не нанимать, никому не платить, а самому сэкономить эти даже в моем случае 150 тысяч гривен. Ну, может, чуть меньше. Но я их не буду отдавать. Я сам сделаю и все. То меня часто сейчас встречают, кто смотрит на YouTube, даже здесь. Ну, что там сарай делать? Что там сарай? И вот постоянно за сарай вопросы. И еще момент. Приходят некоторые сюда на гору и смотрят, сколько я сделаю, что я делаю. Ну, к этому я уже привык.
Они приходят, они же не кричат там мне ничего, Стас, а просто посмотрят там. Ну и видел пару человек, говорят, что заходил, смотрел, ты там то делаешь, то делаешь. То удивляется, что сам делает. Ну, как бы не было. И оно же самому будет приятно. Вот пройдет время, буду запускать сюда уже в каждую клетку. А на сердце у меня будет, это ты сделал сам, вообще сам. Вот, допустим, тот сарай, ну, который у меня с газоблока, то мы делали с пацанами втроем. А это сам сделать. Да, спешить некуда. Ну, потихоньку, потихоньку, как бы не было. Ну, что есть, то есть. И кому-то, я думаю, мое видео, видеоматериалы мои, которые я выпускаю, показываю, как, что я ставлю, будут полезны, и кому-то чем-то они помогут, подскажут, как там, допустим. И я не говорю, что надо делать именно так. И почему я делаю так? Я делаю так, потому что я что-то знаю. Я что-то видел, и что-то мы уже строили подобное. И знаю, что оно работает и очень эффективно. Насчет вопроса крыса-мыша. Крыса-мыша у меня по тем сараям везде пенопласт в потолках. А там, где я делаю корма, у меня пенопласт и 5 сантиметров внутри обшито, заутепленно. И нигде не прогрызли ни одной дырки. И в доме у меня тоже идет кирпичная стенка в кирпич, не поштукатурена. Потом идет пенопласт, потом гипсокартон. И в доме у меня на чердаку раньше корма лежали, еще тестюха слаживал. И нет, у меня мышей не лазят, они в пенопласт. А здесь, допустим, вот внизу, оно же будет внутри залито бетоном и снаружи будет бетоном. То есть сначала профлис без бетона, а потом уже бетоном заливаю 10 сантиметров на профлис. Вот профлис, а вот бетон. Так внутри и снаружи так само. Поэтому, ну, по конденсату вопросы. По конденсату. Конденсат в любом сарае будет, хоть это с газобетона, хоть это с кирпича, хоть это с шлакоблока. Конденсат будет, если у вас нету хороших вытяжек. Если нет притока, и так же само нету вытяжки. Вот, допустим, тот сарай, который я старый переделываю, где у меня красные клетки, там у меня вытяжек вообще нету. Там одно окно открыто, но ее хватает. И я использую в качестве вытяжки, открываю в буржуйке поддувало или саму дверку, оно хорошо вытягивает, тянет хорошо. Ну и на этом я определился, там более-менее нормально, думаю, не буду ничего делать по вытяжкам. А тот сарай красный я переделаю для маленьких поросят. Отсюда забираешь маленьких поросят, то мне говорят, так сделай маленькие клеточки, там 2-3 поросенка, куда ты их денешь? Надо целую клетку им отдавать. Я не спорю, я отсюда забрал этих поросят, и в другие сараи, у меня же других сараев еще, ого-го, сколько. Поэтому вот так. По вытяжке я вам сказал, как будет. По потолку мне пишут, типа, потолок утепляй, потому что заморишься топить. Потолок будет таким же образом, как и стены, с утеплителем. Насчет минеральной ваты или стекловаты матрасом утепляя, не пенопластом. Согласен, но оно дороже. А я делаю дешевле, чтобы лезть, допустим, 115-120 тысяч гривен. Ну, я так посчитаю, это самое выгодное. Я ездил раньше, смотрел сэндвич панели 6-метровые, 12-метровые БУшки. Ну, все дорого. Это я посчитал самое дешевле. Чего я так делаю? Потому что самое дешевле. И что сам, чтобы еще сэкономить. То есть, как бы не было, я все равно его дострою. Пускай там до начала зимы, ну, дострою. Сейчас, когда вы смотрите это видео, наверное, уже какая-то часть стены сделана. Ну, то я уже вам сниму. И еще такой вопрос. Как вы считаете, может мне чаще видео выкидывать именно про сарай, или так пойдет пару раз в неделю? Я там стараюсь забои выкидывать, сараи, забои, сараи, или может, ну не знаю, я могу просто чаще за сарай выкидывать видео. Тут каждый день есть что показывать. Что-то в голову придет, надо показать. Что-то надумал поделиться, хочется, а потом думаю, так, сегодня же видео я не снимаю, и забыл уже и все на эту тему. А так бывает, то тут делаю сам, охота что-то вам рассказать, подсказать, ну, поделиться, так сказать, своим мнением или опытом. Поэтому, друзья, вот так, сказать, что
Сильно тяжело не скажешь, все нормально, в спокойном режиме, единственное, погода жаркая. Ну вот так. Всем пока.